Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил. Это у нас вводный урок по курсу создания сайтов для новичков. В этом вводном уроке мы рассмотрим, чему мы научимся. Вообще курс будет состоять из нескольких частей. Вначале у нас идет базовый язык разметки, это HTML. Дальше идет язык, который расширяет возможности предыдущего, это язык CSS. Далее, после этих двух блоков, у нас будет практика, где мы создадим несколько современных сайтов. Сейчас мы рассмотрим эти сайты, которые создадим. Вообще, полный развернутый список материалов по этой теме выглядит соответствующим образом. Здесь слева направо представлены плейлисты. Если вы их пройдете в этой последовательности, то у вас будет максимально полная картина по сайтостроению. Здесь список материалов идет еще правее, и он кончается темой PHP. Если вы новичок, то вам, конечно, лучше начать слева направо, сначала с HTML. Это язык базовой разметки, дальше CSS, дальше идет практика, как я сказал. Это применение двух первых курсов, где вы на практике сверстаете несколько сайтов. Это сайт, представленный вот в этом плейлисте. Он выглядит вот соответствующим образом. Дальше будет верстка другого сайта, уже в следующем плейлисте. Этот сайт выглядит уже другим образом. Сейчас мы эти сайты более подробно рассмотрим. Вот здесь я открыл страничку интернет-магазина, которую мы создадим. Здесь у нас будет сайт, посвящен продукции компании Asus, ноутбуки, смартфоны. У этого сайта будут все необходимые вещи, которые нужны интернет-магазину. Это карточки товаров, меню, корзина товаров. Здесь у нас будет стоять слайдер, карта Google о компании и форма обратной связи внизу. После этого, когда мы создадим этот сайт, мы также создадим второй сайт. Это также с продукцией компании Asus. Но этот сайт будет немного построен по другому принципу. Он будет на весь экран монитора растягиваться. В нем мы будем изучать новые возможности по анимации, по созданию анимационных эффектов на веб-страницах. Здесь будет стоять блок с видео. И снизу у этого сайта будет карта на весь экран монитора. Внизу у нас будет стоять форма обратной связи, где будет стоять проверка на правильность заполнения полей. То есть человек просто так не может отправить эту форму. Специальный код будет проверять правильность заполненных полей. Саму отправку этой формы мы будем реализовывать с помощью еще одного языка, который будем проходить. Это с помощью языка PHP. Это серверный язык, который необходим также для работы на веб-страничках. Также здесь представлен другой вариант сайта, который мы будем создавать. Он у нас в другом дизайне уже будет. Этот сайт посвящен продукции по меду. На нем представлены ряд музыкальных фрагментов. Также будет стоять видео. Здесь баннер стоит на технологии Flash и форма обратной связи. Также стоит сказать, что эти сайты, которые мы будем создавать, они отвечают современным требованиям по технологии создания сайтов. Одно из самых важных требований – это чтобы сайты были адаптивные, то есть чтобы на мобильных устройствах они перестраивались и внешний вид сайта менялся. То есть они будут подстраиваться под различные мобильные устройства. То есть сайты, которые мы создадим, будут адаптивные и будут приспосабливаться к различным мобильным устройствам либо компьютеру, который вы будете использовать. Также на этом курсе мы затронем такое понятие, как SEO, то есть продвижение сайта. Это технология, которая позволяет делать так, чтобы ваш сайт находился на лучших позициях в
поиске Гугла и Яндекса и других поисковых систем. Под этим видео я поставлю ссылки на сайты, которые мы будем создавать. Вы можете зайти, посмотреть и пощелкать, и рассмотреть более подробно, как это все будет выглядеть. Информация на курсе подается постепенно, то есть трудностей с усвоением и пониманием материала у вас не будет. Если у вас будут вопросы по мере изучения курса, вы всегда их можете задать и получить сразу же ответ на ваш вопрос. На этом этот вводный урок я буду заканчивать. Если будут вопросы по этому материалу, задавайте. Спасибо за внимание. Жду вас в следующем уроке.